Песенка из мультфильма «Три поросенка». Одно из первых произведений, которое научился исполнять на синтезаторе 8-летний Артем Мащенко. Репетировал год, чтобы попасть на областной конкурс электроакустической музыки, который проходит в Химках в эти выходные. Мальчик признается, синтезатор любит за особое звучание. Потому что там есть электрика, и я разбираюсь слегка так в электрике. Таких дебютантов, как Артем, в зале собралось порядка 30 человек. Это те, кто делает первые шаги в музыкальной карьере. К слову, Химки – законодатели в сфере электроакустической музыки. Именно здесь зародилась подмосковная школа игры на электронных инструментах. Именитость нашей Центральной детской школы искусств вот в этом направлении, она априори признается всеми. И мы делаем очень много для того, чтобы развить и поддержать, и повысить уровень и детей, и преподавателей этого направления. Мы лидера, поэтому здесь ему и быть. Конкурс «Творческий дебют» проходит в несколько этапов. Победителей определят в трех номинациях. Главное, что все участники получат профессиональный опыт выступления на сцене и признание зрителей.